Ксенька, тебе тут так хорошо. Мясо сейчас на огонь и поехали. Это нужно постоянно вот так вот, да? Да. Сколько карп весит? Больше 2 килограмма. Делаем на широкой части карпа надрезы. По желанию можно приперчить немного. Немного растительного масла и соевого соуса. Перемешиваем. Теперь хорошо натираем рыбку. И в брюшко вставляем укроп. Или любые любимые травки.
Завернули рыбку в несколько слоев фольги, оставляем ее приблизительно на полчаса, пока у нас не будут готовы угли. Привет, дружок. Это свято место пусто не бывает, да, Васек? Лежачее место освободили. Вася? Ну ты красавчик. А карпа мы будем делать в углях вот в этих. А вот не чувствуется горячесть? Нет. Нежнейшая рыбка.